Стоимость услуг по уборке города как зимой, так и летом повышают ежегодно. Узнать все расценки можно, перейдя по QR-коду, который вы видите на экране. Приведем лишь некоторые из них. Так, сгребание снега и подметание улиц середины января подорожало примерно на 4,5 рубля. Если техника работает на бензине, то за 1000 квадратных метров заплатят 68 рублей 78 копеек. Если на дизеле, то 72 рубля 65 копеек. Погрузка снега снегопогрузчиком обойдется бюджету почти в 17 рублей за кубический метр. На рубль больше, чем в декабре. Час работы фронтального погрузчика стоит теперь 1591 рубль, на сотню дороже. За это же время работы роторного снегоочистителя платить будут 2197 рублей. Примерно на 1500 рублей дороже. Вывоз снега самосвалами тоже подорожал, как и работа по расширению улицы и формированию снежного вала.